За прошедший год на территории Акмолинской области были зарегистрированы 15 случаев заболевания сибирской язвой. 13 из них в Жаркаинском районе, 2 факта в Есельском районе. Причиной заболевания тогда послужил вынужденный забой скота в селе Ушкарасу, при котором работники не применяли средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день люди прошли полное обучение и выздоровели. Однако специалисты отмечают, после этого громкого случая у населения повысилась настороженность. Жители региона внимательно следят за состоянием своих домашних животных. Своевременно обращаются в ветеринарную службу при изменении поведения или состояния скота. Для предотвращения заболевания сибирской язвой необходима ежегодная вакцинация. Прививки для сельскохозяйственных животных делаются бесплатно. Причиной послужила это непривитость работников от сибирской язвы. Ежегодно департаментом совместно с управлением здравоохранения формируется план профилактических прививок на будущий календарный год. Если в прошлом году у нас было запланировано 171 лиц, подлежащих вакцинации против сибирской язвы, то, конечно же, после данной ситуации у нас данный план был увеличен на порядка 1000 лиц, пересмотрен и вакцинация данных лиц начнется уже с весны. Контингент, подлежащий вакцинации против сибирской язвы, это люди, занимающиеся сельским хозяйством, работники по выделке шкур, а также те, кто занимается перевозкой, хранением и реализацией животноводческой продукции. Сотрудники лаборатории и ветеринарные специалисты. Напомним, чтобы обезопасить себя, не следует приобретать в стихийных местах торговли или с рук мясо, которое не прошло ветеринарное освидетельствование. Эльмира Османова, Жамбыл Балтаев, Кокши, Акпарат.